Здравствуйте! Вас приветствует Кадор Фитнес Таирова. И я, Паркова Дарья, покажу вам сегодня несколько упражнений на TRX, на мышцы спины. Берем TRX, делаем ультракороткий режим. Поднимаем петли до самого верха. Затем беремся за рукояти для рук. Опускаемся вниз в положение планки под точку крепления. Подтяните пресс и ягодичные мышцы. Далее подаем плечи вперед, сводим лопатки к позвоночнику и вытягиваемся вверх. В верхней точке зажимаем лопатки. Опускаемся вдох, подаем плечи вперед и на выдохе выходим вверх. Еще раз вдох и выдох. Держите пресс напряженным, ягодичные мышцы напряженными. Старайтесь выполнять тягу за счет мышц спины. Это же упражнение можно выполнять в более облегченном варианте. Для этого сделайте просто короткий режим. Выйдите в положение вис. Положение выбирайте от вашего комфорта. Чем ближе к точке крепления, тем более тяжелым будет выполнение данного упражнения. Подаете плечи вперед и лопатки сводим к позвоночнику. На выдохе выталкиваем грудную клетку в потолок. Вдох через нос, плечи вперед и выдох. Данное упражнение отлично проработает мышцы спины, а также сделает вашу осанку ровной и красивой. Выполняйте данное упражнение по 15-20 раз каждый день, и результаты не заставят себя ждать. У вас будет ровная спина и красивая осанка. С вами был Кадор Фитнес Таирова. Занимайтесь спортом. До новых встреч!